Снова нападение бродячих собак на детей произошло в Красноярске. На этот раз все случилось около гимназии «Универс». Под атаку стаи попали два мальчика 11 лет. Обошлось без травм. Рядом были взрослые и помогли отбить детей. Пострадала только их верхняя одежда. Нападение собак на детей в Красноярске происходит чуть ли не ежедневно. И эту тему мы продолжим обсуждать сегодня в студии вечернего канала «Прима».